В заключительной части нашего комплекса по йоге мы делаем скрутки и в конце шавасана. Пальцы рук смотрят вперед. Через круглую спину опускаем себя в пол, позвонок за позвонком. Стопы оставляем на ширину таза. Смотрим, чтобы бедра были параллельны друг другу. Руки вдоль тела, подбородок поправляем на грудь. И на вдохе прячем копчик, чуть сжимая ягодицы, поднимаем себя вверх, оставляя лопатки на полу. Выдох, позвонок за позвонком, опускаем себя в пол. И еще вдох вверх, и на выдохе позвонок за позвонком в пол. И еще два раза. На вдохе вверх, на выдохе вниз. Наверху колени не разводим, смотрим, чтобы бедра оставались параллельны друг другу. И выдох, позвонок за позвонком вниз. Выпрямляем ноги вверх и сжимаем, разжимаем пальцы ног сильно-сильно. Пальцы ног на себя, пятка в потолок, колено подтянуть. Разгружаем наши ноги. Подбородок на грудь, колено натянули и опускаем ноги в пол. Плавно, аккуратно. Колено подтянуто. Руки в стороны, ладонь смотрит в небо. Ноги согнули в коленях и переместили себя чуть правее. Выпрямляем левую ногу, правыми пальцами ноги цепляемся за подколенку и мягко скручиваемся, оставляя две лопатки на полу, взгляд на правую ладонь. Спокойное, ровное дыхание. Расслабиться. Возвращаемся обратно и переместите себя влево и все то же самое в другую сторону. Левыми пальцами ноги зацепились за правую подколенку и аккуратно скрутились. Скручиваемся, скручиваемся. Взгляд на левую руку и правую руку положить себе на колено. И полностью расслабиться. Возвращаем себя обратно. Стопы на ширину таза. Руки в стороны. Ладонь смотрит вверх в потолок. Подтянули два колена на себя, скруглились в пояснице и заваливаем два колена влево, взгляд на правую ладонь. Коленом тянемся к уху. Скругляясь в пояснице. И если вы идете дальше, выпрямляете верхнюю ногу, колено на колени, бедро на бедре. Это если вы занимаетесь. Возвращаемся обратно и все то же самое в другую сторону. Подтянули два колена на себя и мягко опускаем два колена вправо. Ноги зависают в воздухе. Да, мы стремимся коленом к уху. И если мы идем дальше, выпрямляем верхнюю ногу, колено на колени, бедро на бедре. И возвращаемся обратно. Стопы ставим в пол на ширину таза. Руки вдоль тела.
И еще 4 полумостика. Артха-чакрасана. На вдохе поднимаем себя вверх. Выдох, плавно опускаем вниз. Вдох, вверх. И выдох, позвонок за позвонком вниз. И еще вдох, колени наверху не разводим. И на выдохе вниз. Сгруппировались, подтянули лоб к колену. И прикаты левый, правый бок. Возвращаемся обратно и прикат вперед-назад, аккуратный, мягкий, скруглиться в спине. На шею не закатываться, выкатываемся только на ягодицы. И еще один перекат и сели. Сейчас у нас будет шавасана, мы будем отдыхать после хорошей практики. Должна быть хорошая шавасана, хороший отдых. Через круглую спину укладываем себя в пул, позвонок за позвонком. И еще раз группируемся, подтягиваем лоб к колену. Делаем вдох и выдох, раскрылись. Превратились в звездочку. Ноги держать. Поясницей толкаем пол. 2, 3, 4. Фу, 5. А вот теперь шавасана. Собираем стопы вместе. Пальцы ног на себя. Вдох, выдох, убираем напряжение из ног, пальцы ног опустятся в стороны. Поправляем поясницу, лопатки, поправляем голову, голова должна лежать удобно. Руки вдоль тела. Освободите пространство подмышки, плечо не касается ребер. Внутренняя ладошка смотрит вверх в потолок. Делаем хороший-хороший вдох через нос и выдох через открытый рот со звуком. Оставляем легкую улыбку на устах, с кончиков пальцев ног, с кончиков ваших волос, кожи головы. Кожа лица. Теплая волна расслабления растекается по всему вашему телу. Мягко поворачиваемся на левый бок. Помогая себе руками, садимся в удобное положение. Крестом ног. Руки на колено. Опускаем голову вниз. Переводим руки в жест приветствия перед грудью. И в начале вашей практики. И в конце вашей практики. Поблагодарите себя. Поблагодарите пространство вокруг себя. Пожелайте счастья всем-всем-всем. Пожелайте счастья себе. Опускаем руки на колени. Опускаем вниз голову. Открываем глаза. Медленно-медленно поднимаем голову и только затем взгляд. Большое спасибо. На этом мы закончили. Хорошего вам дня.